Компания по безопасному использованию газового оборудования стартовала в Московской области в апреле. Специалисты АО «Мособлгаз» проводят обследование и инвентаризацию газовых приборов в жилых домах. Эта работа ведется и на территории нашего муниципалитета. Газовики также проверяют наличие действующих договоров на техническое обслуживание. Если такого договора нет, абоненту вручают два уведомления с разницей в 20 дней о необходимости его заключения.